Всем привет! Сегодня запеку куриные крылышки в духовке и при этом буду использовать самый простой, быстрый, но очень вкусный, на мой взгляд, маринад. И для этого мне понадобится 1 кг крылышек, соль, кетчуп, паприка, сушеный чеснок. Крылышки надо вымыть и высушить салфеткой и отрезать вот эту самую маленькую немясную часть. В рецепте я использовать ее не буду. Отдам эти крылышки соседской собаке. Теперь крылышки надо посолить, присыпать сушеным чесноком, паприкой. У меня в данном случае копченая паприка, она очень подходит к этому маринаду. Немножко растительного масла и пару столовых ложек кетчупа. Все это надо будет перемешать. Ну, конечно, маринад можно приготовить отдельно. То есть в отдельной посуде все смешать ингредиенты и залить в крылышки, перемешать. А можно поступить так, как сделала я. Прикрываю крылышки пищевой пленкой. И пусть они постоят примерно полчасика при комнатной температуре. Через полчаса смазываю противень растительным маслом. Только не застилайте его ни фольгой, ни какой-нибудь бумагой для выпечки. Крылышки пристанут и будет их очень тяжело отсоединить от нее. Запекаю крылышки в духовке 50 минут при температуре 200 градусов. Готовые еще горячие крылышки при желании можно присыпать кунжутом. Вот и все, крылышки готовы, их можно есть с любым гарниром. Салат, макароны, рис, картошка и так далее. А можно подать к пиву, будет очень вкусно. Друзья, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. С вами, как всегда, была Виктория. До скорых встреч!